Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Ужас. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Тільки що? Це аеродром, походу. Вон дрон висить, или вертольот, наверное, дрон. Да, дрон висит. Часть ПВО в районе Мариупольского аэропорта. Все разбито, все разбомблено. Еще раз настойчиво подчеркну. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Это кадры начала спецоперации России на Украине, которая стартовала сегодня утром, сразу после заявления Владимира Путина. Под точным ударом военно-стратегические пункты ВСУ. Мирным жителям ничего не угрожает, подтверждают в российском Минобороне. Это же касается и украинских солдат при условии, если не добровольно сложат оружие. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. В ответ на это Владимир Зеленский призвал украинцев не реагировать на провокации, вооружиться, чтобы быть готовым спасти страну. Сейчас украинский гарант надеется на Запад и обещает создать коалицию, которая должна вынудить президента России отступить от демократической Украины. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні! Но пока главный слуга народа ждет откровения от Вашингтона, украинцы в панике. Видео от очевидцев приходит буквально каждую минуту. А на этой карте штаб ФСУ публикует основные точки, куда российская артиллерия наносится или готовится нанести удар. Солдаты решительно настроены. По крайней мере, были. Сейчас главная эмоция – страх. Остается вдохновлять себя уже традиционной песней. Нас раду. Хорошо, что все живы пока. Адже що, батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну підем воювати. А 53-я бригада ВСУ решила прислушаться к президенту России и, подняв белый флаг, сложить оружие и перейти на сторону ДНР. Впрочем, по версии Виталия Кличко, причин для паники нет. Украина обязательно победит. Правда, для этого всем нужно взять в руки оружие. В Киеве официально действует военное положение. Дорогие кияни, Киев в умовах военного стану. Оперативный штаб столицы ухвалил низку рішень в связи с військовою агресією. Ведь сегодня в столице школы и садочки не работают. Лікарні, поліклініки, вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Практически во всех городах очереди на заправках и к банкоматам. Люди спешно пытаются покинуть страну, уехав, например, в Словакию. Фактически за 6 часов Украина лишилась флота, большинства аэродромов, уничтожены 95% систем ПВО, практически уничтожены все военные танковые склады. При этом солдаты ВСУ используют старую тактику. Техника прячется возле жилых домов, а на крышах устанавливает вооружение, фактически пытаясь спрятаться за мирными жителями. Тем временем Зеленский продолжает надеяться на поддержку Байдена, пока страна теряет весь обороноспособный потенциал. В очередной раз.